Кто такие амонимы? Вспомните, пожалуйста, амонимы. Ну-ка. Факторы либо одинаково пишутся, либо одинаково слышатся. Так, либо одинаково пишутся, либо одинаково слышатся, либо и то, и другое. Да? Ключ. Ключ в ключе. Согласен. Это ключ и ключ, ну это иногда еще разные значения. Да? Еще? Это коса и коса. Опять разные значения могут быть. Это могут быть амонимы. Еще? Кисть. Согласен. Это могут быть разные значения слова. Это могут быть амонимы. Ёжик, как прическа и как животное. Замечательно. Ёжик, как прическа. Ещё как котлета. Ёжик, как живое существо. Ещё как котлета. Да, конечно. Значит, амонимов с при у нас, я бы сказал, предостаточно. Что это значит предостаточно? Это очень много. Очень достаточно. Очень много, да? Очень достаточно. Значит, очень много. Давайте только некоторые из них попробуем разобрать. Еще ручка, ручка. Итак, пишем себе. Пребывать и прибывать. Прибывать это куда-то приезжать, а прибывать это где-то находиться. Отлично. Значит, здесь значение находиться где-то. Здесь значение приезжать. Я куда-то прибыл, и теперь я там пребываю. Давайте так. Я пребывал в хорошем настроении. Настроение. Пускай будет настроение. Либо я приезжал в хорошем настроении. Вот могу я что-то сюда поставить? Я пребывал. Обязательно есть. Потому что я доходи вся в хорошем настроении. А может я приезжал так, в хорошем настроении? Будьте добры. Исправьте предложение так, чтобы там точно было понятно, Е или И. Исправьте предложение так, чтобы было понятно, Е или И. Пребывал или прибыл. По этому предложению пока непонятно. Чтобы очевидно было, я пребывал или я прибывал. Ваша задача в предложении что-то добавить. Да? Да. А? Я пребывал на поезде. Я прибывал на поезде. Еще хорошо бы куда-нибудь. Я прибывал на поезде в Щелкино в хорошем настроении. Да, отлично. Я прибывал в машине в школу номер один. И что? Я прибывал на машине в школу номер один. Что вставишь? Скорее всего, на чем, то есть и. Правда? Прибывал на чем, пребывал в чем. Заметьте, если вы задумались, вам поможет синтаксис. Синтаксис – это очень важно. Прибывать на чем-нибудь. Пребывать в чем-нибудь. Чувствуете разницу? Да. Конечно. Еще. Я все время пребывал сюда в хорошем настроении. Если я все время пребывал сюда, то здесь что-то лишнее. Я вечно пребывал сюда. То есть каждый раз пребывал сюда. Или... Если пребывал сюда, то это невозможно. Понятно? Прибыть... Сюда. Это пойдет. Я всегда прибываю сюда, допустим, в хорошем настроении. Так, хорошо. Еще. Я прибывал в хорошем настроении, он команду укусил и меня. Я что-нибудь понимаю. Я прибывал в хорошем настроении, но комар укусил меня. Запятую не забываем ставить. И разозлил.
Да, хорошо. Хорошее настроение на этом закончено. То есть пребывать – это находиться в каком-то состоянии. Да, правда? Так, еще. Я пребывал в хорошей компании, в хорошем настроении. Прекрасно. Я пребывал. Или? Нет. Я пребывал в хорошей компании, в хорошем настроении. Может быть, я был. Я находился. Может быть, в данном контексте на самом деле нет. Да? Так, еще. Я пребывала в желтом и в хорошем настроении. Или. И. И. Если пребывал, то только куда-нибудь. Правда? Правда? Да. Если пребывал, то только где-нибудь. Еще. Я пребывал в хорошем настроении, когда гулял. Или. Е, конечно. Еще раз. Сам. Я прибыл в хорошем настроении. Я прибыл в хорошем настроении. Прибыла. Прекрасно. Прекрасно. Значит, пожалуйста, не путайте вот такие пары.